Новый клип Моргенштерна, донаты Минчата вы выбрали, чтобы мы его посмотрели. Какой уже это по счету? Четвертый, пятый клип. Короче, давайте смотреть, называется «Номинало». Говорят, очень крутая графика в клипе. Интересно. Моргенфликс, это прикольно. Сходу хорошо. Локация кайфовая. Вообще, Морген полюбил вот эти вот циановые тени. И в целом у него очень много тилоранжа в цветокоре. То есть, когда у тебя голубовато-синеватые тени и при этом теплые желто-рыжие цвета. Здесь этого нет. Здесь вообще свет, ну, свет тоже холодный. Но у него часто и тилоранж используется, например, в дуло. Бля, как по свету красиво смотрится. Черт, это очень эффектно смотрится. Прям очень эффектно. Моргенштерн идет, кстати, со светлыми волосами. Романов. Знаете, Моргенштерн сделал две вещи. Первое, он, конечно, вывел понимание гонораров на новый уровень. То есть не был, мы привыкли в какой-то момент, что рэперы, вообще, ну, медийные звезды, получают миллионы. Это нормально. Моргенштерн первым сделал так, что мы стали мерить вот, школьники и вообще самые такие далекие от этого мира люди стали мерить гонорары миллионами долларов. Он вывел вот с миллионов рублей в миллионы долларов. Он на порядок превзошел то, что было раньше. Именно. Нет, люди, конечно, зарабатывали миллионы долларов и до этого, но не так публично, не так ярко. И второе, ну вот прямо сейчас Моргенштерн выводит российский клипмейкинг на абсолютно какой-то новый уровень. Я не могу вспомнить никого, кто был бы близок к нему по качеству съемки, картинки в целом и монтажа. Вообще никого. То есть Моргенштерн уходит сейчас вперед от всей индустрии по качеству клипов. Это вау. Это просто вот... Ну, во-первых, Романов, конечно, что ты такое? Ну, черт, а не ребенок. А во-вторых, ну, в этом много заслуги самого Алишера.
То есть, ну, вот посмотрите на эти кадры. Вот представьте себе, что вы не знаете, кто такой Моргенштерн. Представьте себе их просто под музыку Ганса Циммера. Вы поверите, что это какой-нибудь высокобюджетный сериал или даже, в общем, нормально бюджетный фильм полнометражный? Я поверю. То есть это супер, это кино. Вот по качеству это кино. Восхищаюсь. Нет. Особенно я смотрю бэкстейджи, которые Моргенштерн выкладывает со съемок клипов. Я просто прусь от того, как они работают. Это просто интересно смотреть. Посмотрите обязательно, если еще не видели. Вот бэкстейдж на Дуло посмотрите. Очень круто. Вот бэкстейдж этой херни я тоже хочу увидеть. Денег нужно больше мне. Пасхалочка. Логотип Романова на вывеске. Вот только это было плохо. Вот здесь графика подкачала. Вот здесь прям искусственно очень смотрелось. И, блин, странно, это далеко не самая сложная в техническом плане сцена. Но вот она не нравится. Давайте еще раз посмотрим. Можно даже в замедленном посмотреть. Обратите внимание, он дергается не в такт попаданием. То есть он в него попадает пуля, и пуля должна его отбрасывать назад. А в него попадает пуля, и видно, что это место в этот момент двигается вперед, не встречая никакого сопротивления. Из-за этого выглядит искусственно. То есть вот, вот сейчас можно видеть. Смотрите. В голову раз, а голова двигается вперед. Голову должна отбрасывать назад от выстрела. Потому что переход... кинетической энергии в потенциальную и... или наоборот. Блять. Не так важно. Короче, его голову сейчас должна была отбросить, а она двигается вообще в другом направлении, навстречу пуле. Дальше. Пуля входит в район солнечного сплетения. Его должно согнуть пополам, а он наоборот выгибается вперед опять навстречу пуле. Тут нормально. Тут нормально, хотя вот тут только что появилась пуля в районе соска, и как только искры рассеялись, видно, что у него даже футболка не порвана. И вот, главное, он встречает правой грудной пулю, просто как будто отбивая ее, и она как бы отлетает от нее. То есть вообще никакого сопротивления, никакой работы с попаданием пуль. Ну, типа, очень доебаться просто хочется, ну, хоть до чего-нибудь, а здесь это прям, ну, очень-очень слабо сделано, и не понимаю даже почему при таком уровне всего остального. Ну, в общем, вы поняли. Ну вот это дешево и как-то. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Да я у мамы уикенд. Я купил Макларен. Почему трека про Макларен, кстати, еще не было? Странно. А...
Шанель Оберлин. Меня поражает, как Морген умудрился собрать себе талантливейшую команду. Ладно, Романов, но как он отослал Славу Мерлу, для меня загадка, так он сам не менее талантливый, чем они все. Ну, просто собралась команда Славы, насколько я знаю, Моргенштерн нашел самостоятельно. Да, у них получилась шикарная банда. Он еще и сериал из клипов сделал, я вообще не помню, чтобы кто-то для него такое делал. Слышал? Бейонсе поперхнулась где-то. Великолепный клип, просто охуенно. Нет, невероятный какой-то уровень, просто вау. 100 лайков есть, спасибо большое. Вот, короче, ну вот момент со стрельбой, ну прям говно, а все остальное прям вау, как это было круто. Мне безумно нравится, правда. Сколько, интересно, стоит снять такое чудо? Я думаю, что 20 вполне реальный ценник. Я думаю, что это где-то 20-25 миллионов рублей, может быть. Зависит от гонораров съемочной группы. То есть кто-то может работать за идею, кто-то может работать за очень оверпрайснутый гонорар. Но вот как я вижу, это где-то... даже за 10 можно снять при желании. Макларен мы не включаем в стоимость клипа. Круто, стильно, дорого, красиво, трек говно. Трек говно, абсолютно не спорю. Вообще не интересно. Сведение, бля, пушка, просто сведено, мое почтение. Биток, огнище. Моргенштерн, он умеет лучше. Так Макларен Моргена, ну так его ж купить надо было, клип тоже Моргена. Они же в робота гасили, они в живую плоть, это, конечно, не отменяет законов физики. Если в железяку начнешь стрелять, она... В момент, когда в нее попадает пуля, не начнет пружинить вперед. Она все равно будет прогибаться внутрь. Представь себе, что там вместо человека лист железа. Вот лист железа тоже должен либо пробиваться насквозь, либо проминаться от того, что в него попадает пуля. Но никак не выгибаться ей навстречу. Тут дело не в том, плоть перед тобой или сталь. Тут дело в законах физики элементарно.